Привет, сегодня планшет Lenovo Tab 2, он же TB2X30L. У него заблокирован аккаунт после сброса настроек. Пробовал уже второй день с ним вожусь, ничего не получается. Ну вот сейчас вроде к финалу уже вышел. Сейчас попробую видео заснять. Мне тут чуть мешает, бывает. Ну, попробуем. Так, смотрите, значит, вот в поле ввода, вначале подключаемся к Wi-Fi. Вот в поле ввода аккаунта нажимаем, просто ставим курсор, вызываем клавиатуру. Ну, давай, появляйся, где ты есть. Что-то постоянно не так. Так, вот, клавиатура появилась, жмем собаку, значок собаки удерживаем и бросаем. Появляется менюшка, выбираем настройки клавиатуры Google. Далее вот здесь троеточие жмем. Через справку отзыв можно не пробовать. Я уже там колупал, долбал, ничего у меня не получилось. Хотя можете попробовать там функцию Switch SS выбрать и вызвать видео и попасть в браузер. Но моим методом не получилось. Вернее, тем методом. Выбираем о приложении. Далее выбираем пункт ПО с открытым исходным кодом. Теперь на любом месте текста просто выделить надо его. Вот жмем, выделили. И вот здесь появилась веб-поиск. Выбираем веб-поиск. Заходим в браузер Google. Теперь здесь в браузере Google нам надо выбрать Chrome. Нет, стоп. Вначале давайте зайдем в настройки. Выбираем, пишем настройки. Вот написали. Вот наши настройки. Заходим в настройки нашего планшета. Некоторым поможет метод такой. Выбираем о планшете. И вот здесь будет номер сборки. По номеру сборки много раз тапаем. Откроется, станет, появится надпись «Вы стали разработчиком». Выходим, появится скрытое меню для разработчиков. Заходим туда, выбираем пункт, активируем пункт «Разблокировка операционной системы». Далее «Восстановление и сброс». Он сам себя перезагружает и уже должен на рабочий стол выйти. Но этот метод у меня не проходит. Он у меня, смотрите, вот я тапаю, а у меня не появляется надпись «Вы стали разработчиком». Ну, попробуем по-другому. Значит, сейчас я посмотрю версию андроида нашего. Можно посмотреть. Вот версия у меня 5.1.1. Возвращаемся назад. Вот здесь выбираю браузер Chrome. Так, пишем Chrome. Chrome. Вот он у нас Chrome. Заходим в Chrome. И нам надо будет скачать два файлика, как всегда. Так, сейчас пишем тогда Android. Android 6 гам. 6 гам. Download. Hard Reset Info. Ну давайте отсюда скачаем с Hard Reset. Так, где он у нас? FRP Bypass Android 6 GAM. Скачать. Вон с некоторых сайтов у меня почему-то браузер Chrome не дает скачивать. Появляется окошко и все. Вот с файл хоста дает скачивать. Сейчас я назад. Но с файл хоста я 6 Android скачиваю. Он у меня не открывается. Да, надо просто Google Account Manager, наверное, набрать. Google Account Manager. Просто набираем. У меня 5 Android. Google Account Manager. А у кого 6 Android, скачиваем Android 6 гам. У кого 8, если, ну вряд ли 8 будет, там 8, 9, 10 гам. Ну, вряд ли будет 8. Google Account Manager. Download 5.1, пускай. Так, загрузить Google Account Manager. Загрузить. Вот, с сайта APK Pure. Где он у нас тут? Загрузить. Ссылочка, вот, скачать 4.8 мегабайта. Вот, соглашаемся. Внизу открылось окошко. Скачать, да, окей. Идет скачивание. Возвращаемся назад, вбиваем FRP Bypass APK.
Android файл хост я напишу. Android файл хост с этого сайтика, чтобы сразу скачать. Вот он, Android файл хост, ссылочка. С него у меня он заработал. Так, click here to start download, выбираем. Primary download. Идет скачивание, все, пошло. И давайте еще, ну, на всякий случай, Shortcut Maker скачаем. Shortcut Maker 2 4 0 Android File Host Shortcut Maker 2 4 0. Уже второй день я с ним, честно говоря, вожусь. Что-то у меня не получалось, вот к финалу уже подхожу. Хотя здесь вроде все просто. Ну, как когда видео снимаю, вообще ничего не получается. Все, идет скачивание. Теперь возвращаемся назад. Назад. Chrome. Вот здесь троеточие выбираем. Chrome. Нет у нас здесь зайти в загрузки у Chrome, да? Возвращаемся еще раз назад. Еще раз, еще раз. Еще раз на начальное окно, где мы выбирали настройки или Chrome. Вот. Стираем. Теперь пишем проводник. Или My Files, или там что-то, My Files. Короче, в общем, надо нам зайти в проводник телефона. И выбираем вот папка Download. Вот наши три файлика. Давайте выбираем первым делом Google Account Manager. Установить. Установка заблокирована. Заходим в настройки. Разрешаем установку из неизвестных источников. Вот здесь у нас пунктик. Открываем его. Возвращаемся назад. Сейчас я чуть-чуть выше. Вот так. Еще раз тапаем. Установить. Установить. Устанавливаем аккаунты Google. Принять. Я надеюсь, что сейчас уже поможет. Что-то у меня вообще не получалось. Беда какая-то. Думаю, вроде планшет простой, но ничего не получалось у меня. Потихоньку вот к финалу подхожу. Да, иногда кажется, что вот сейчас я быстро, раз, два, три и все. А видео это начинал снимать раз 10. И с 10 раза вот у меня что-то начало проясняться. Так, готово. Открыть у нас недоступно. Нажимаем готово. Теперь устанавливаем программку FRP Bypass. Установить. Установить. Нам даже Shortcut Maker не нужен. Так, значит, все, программка установилась. Теперь ее уже открываем. Открыть. И вот здесь наше троеточие. Долгожданное троеточие. Вход в браузере. Выполняем условия. Окей. Здесь сейчас нам предложат ввести аккаунт. Вводим наш существующий аккаунт, который мы знаем. Я ввожу свой, вы свой вводите. Так, сейчас я. Вот вход, идет вход в систему. Все, аккаунт мы ввели. Все, ура. Теперь перезагружаем планшет. Жмем кнопку выключения. Перезагрузка. Окей. Что он у нас молчит? Все, пошел перезагружаться. Ждем. Да, вроде кажется простенький планшетик. А что-то повозиться мне с ним пришлось. И опять же, это благодаря Ютубу. Там чуть увидел, там чуть прочитал. И какой-то опыт определенный есть.
Ну, всем, кому было полезно видео, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока, успехов!